Привет всем! Добро пожаловать в Арлок играет в моды. Мы сегодня смотрим мод «Черная борода». Ой. Ну, слушай, ну, он выглядит так, как будто ему очень весело. Следуя пыльной карте, капитан очутился в шпиле. Использует различные оружия, забирает все сокровища. Какой молодец, прям как я. Заряжай пушки, добавляет в руку ядро в начале боя и в начале каждого четвертого хода. Окей. Поехали. Понятно, что без возвращений. Попробуем на сердце пойти. Черная борода что-то... Толотоносец в шляпе пиратской. Окей. Как скажете. Толотоносец в пиратской шляпе. Ну, против этого сложно как бы идти. Толотоносец в пиратской шляпе — это очень круто. Какая у нас стартовая колода? Удары... Обороны. Какой дизайн такой минималистический. Косплей на Джека Воробья. Блять. Что это за жесть? Посмотри, посмотри, какая. Как он напрягся. У него аж эти скулы повылезали вот так сантиметров на 5. Устрашающий удар. Я не могу. Нет, ладно, я понимаю, сабля. Эти там минималистические удары обороны. Ну, блять, фотка косплея на Джека Воробья. Устрашающий удар. Да, он меня устрашает. Только не ударом, а своим лицом. Накладывает один слабости, наносит 6 урона. Ну, зашибись, чё. Сабля. Снаряжает вас оружием 4-2. Оружие. Когда вы разыгрываете карту атаки, тратите 1 прочности у правого оружия, добавляет урон, равный урону данного оружия. Одновременно может быть снаряжено до 10 оружий. Слоты для сфер создаются и удаляются самостоятельно. Для каких сфер? Это же оружие. Ладно, пошли. Капитан Джек Воробей. Ядро. Наносит 8 урона, сжигается. Это, я так понимаю, от пушек. У них у всех по одному хп. Джек Воробей, вперед! Тактическое отступление. Хороший рисунок. Дает 8 защиты. В начале следующего хода вы берете одну дополнительную карту. Ну, типа как у Лотоносца, только... Ну, в принципе, похоже. Опасная атака. Наносит 18 урона, вы получаете 6 урона в конце вашего следующего хода. Если этим добивать противника, то мы эти 6 урона, естественно, не получим. Ну, 18 урон за одну энергию — это дохера. Воля пирата. Снимает с вас все отрицательные эффекты. Вы берете одну карту, сжигается. Не. Дай мне опасную атаку. Опасная атака. И можно, кстати, блокировать, если что, артефактами. На абордаж. О, мой бог. Это что, Сергей Шнуров, что ли? Наносит 12 урона всем врагам, вы берете 2 карты. И, блядь, вы получаете карту Сергея Шнурова себе в штаны. Наносит урон, равный 1.5% золота, полученного в данной вылазке. Наносит 1 урон, вы получили 128 золота в данной вылазке. Типа становится сильнее, сильнее, сильнее. Тост. Дает 3 сопротивляемости. Отнимает 3 сопротивляемости в начале следующего хода. Норм. Фотка из рекламы пива. Какое пиво там? Какой-то дау чего-то там. То есть тупо стоковая фотка пива из интернета. Ну, с юмором сделано. Я ничего не могу сказать. Что, блин? Надо было хоть в фотошопе, что ли, об этом отрисовать. Арт и огонь. Сопротивляемость. Вы получаете меньше урона от атак. Намерения врагов отображают урон с уже рассчитанной сопротивляемостью. Сопротивляемость может быть отрицательной. Хороший вопрос, что это такое. Я имею в виду, массовая атака — это круто, правильно? Магазин?
Фак, опять этот лот лезет. У нас не будет халявной элитки, но нам пофиг, у нас такие карты. Что нам эти элитки? Мы их порвем. Пороховая бочка снаряжает вас оружием 0-1, наносит 15 урона всем врагам, когда у него кончается прочность. Йоу. Золотая оборона дает защиту, равную 1,5 золота, полученного в данной вылазке. Слушай, ну она уже дает 3 защиты. В какой-то момент она начнет давать 1 000 000 защиты, да? Примерно, около 1 000 000 защиты. Но сейчас бесполезно, поэтому к нам идет пороховая бочка. Ну чё, кого апгрейдить? Сергея Шнурова или опасную атаку? Или шаблю? Шабля начинает стоить 0. Устрашающий удар начинает накладывать 2 слабости. Устрашающий удар, по большому счету, блин, у Безмолвна есть примерно такой же навык, который, ну... Не знаю, короче, не впечатляет меня Джек Воробей и косплей на него. Но с другой стороны, ну не апгрейдить же тот навык, который нам в обратку урон наносит. Новые релики? Yes. Карманная фляга. Дает один сопротивляемости в начале боя. Что бы это ни значило. Охотник за головами. Наносит 16 урона. Убив врага, дает 16 золота, кроме прислужников. Ну, блин, круто. Мы идем на сердце, поэтому нам нужна чешуя. Как бы сопротивляемость-то весело. Но мы, скорее всего, не дойдем до сердца в первый раз, играя персонажем. Накладывает 3 уязвимости на всех врагов. Уйма ядер. Добавляет в руку ядро в начале вашего хода. Ну, охотник за головами выглядит неплохо. 16 урона за... одну энергию. И плюс золото. Чем раньше возьмем, тем лучше, теоретически. Если мы проапгрейдим, то так вообще жесть. Бери призрака в банке. Да, успеем. Спасибо, Нлот, что сожрал мой артефакт. Спасибо тебе большое. Если мы сыграем сейчас, то пороховая бочка разрядится. Но какой нам смысл сейчас разыгрывать? У нас тут поинтереснее он есть. Устрашающий удар есть, вся фигня. Сабля и пороховая бочка. Правильно я понимаю, что сейчас разрядится пороховая бочка? Да, нанесла 15 урона. Ну чё, прикольно. И эта штука сейчас разрядится. Короче, это оружие — это временная сила. Правильно? Вроде бы. Насколько я понимаю. Надо было сразу зелье силы врубать. Что-то я зажал. Да, оружие — это тупо временная сила. Ну, как не тупо, у них еще у этих оружий какие-то спецэффекты есть. Охотник за головами. Нет уж, я его буду тратить сейчас. Ядра. Нужно больше ядер. Пороховая бочка, раз. Ядро, два. 4. И мы его тупо добиваем опасной атакой. Браслет дзюдзу, огонь. Заострить. Тоже, видимо, пират. Посмотрите, какой у него маленький ножик. Господи. Дает плюс 2 урона всем снаряженным оружием. Но это надо чисто билд под оружие затачивать. Я не хочу пока что. Вооружающий удар. Наносит 7 урона, снаряжает вас оружием. Тут Джек Воробей уже себе увеличил размер сабли, воспользовавшись подсказками в интернете. Убрать цингу. Восполняет 10% от максимального здоровья. Снимает с вас все отрицательные эффекты.
Привет. Это мой, так сказать, первый донат. Удачи тебе в забегах. ПС, мой ник читается как активный Гомес. Да, я только... Слушай, ты не поверишь, я такой читаю, твой донат слушаю, я такой думаю, блин, как это хоть прочитать? Активный Гомес. Или Гомес. Тут уж Google мужик мог неправильно тебя прочитать. Спасибо тебе огромное за донат 55. Это очень большая помощь. Я тебе очень благодарен. И напоминаю, что донаты — это ты. Донаты — это абсолютно добровольно и абсолютно не обязательно. То, что вы смотрите, это более чем достаточно. Но я всегда благодарен, и они помогают мне стримить чаще. Это факт. Так, убрать цингу. Ну, весело. Ну, я ее взял, как бы, хилка на 10% от здоровья. Это хилка на 7,5 для нас сейчас. Но это, наверное, округлится до 7. Я не вижу смысла ее игнорить. Это тоже, как бы... Не, она не одноразовая, почему-то. Плюс 5 урона. Нам надо апгрейдить массовую атаку, потому что мы на слизня идем. И... Магазин не интересен, значит, элитка. Бум, манго. Шик. О, пацаны, вы попали. У меня есть вот такая штука. Уца! Охотник за головами. Добьешь кого-нибудь? О, добьет, кстати. Между прочим. 20 золота, как с куста. Я знаю, что центрального чувака здесь не рекомендуется добивать, но... Гори все синим пламенем. Добьем и так. Здесь будет 15 урона всем врагам. Бочка. Удар. И фак. И цинга нам не поможет. Чё-то я тупанул. Надо было саблю включить. Ну... Ну... Тормоз. Эх. Орехалк, спасибо. Плащ и ядро. Такое, так буквально. Дает 4 защиты. Добавляет в руку ядро. Сдвоенное ядро. Наносит 8 урона, сжигается, добавляет в руку ядро. Ну, то есть наносит 16 урона, по большому счету. Рыболовные сети. Мне нравятся эти арты. Дает 4 ржавых шипов. В ответ на каждую атаку наносит врагу урон и понижается на 1. Не. Я знаю, что это круто против того же сердца, но что-то как-то... Как-то не очень. Нам бы дожить сначала до сердца. А потом уже все остальное. Так, мы можем сразу захавать этого чувака. Раз, два и три. Очень сильные атакующие карты. Что могу про пирата сказать? Интересные и сильные. Мне нравится пока что. Пока что мне нравится больше, чем многие другие персонажи. Наверное, нам надо было потянуть время и хернуться. Танец мечей. О, какой косплей на... А при чем здесь ассасины и ниндзи? В этом ходу три следующие атаки используют все снаряженные оружия. Медленно. Тост. Тоже пороховая бочка. Мне очень нравится пороховая бочка. У нас хороший массовый дамаг выходит с ней. 10 урона. Как-то так. Какой-то такой апгрейд. Вот саблю сделать бесплатной не помешает. Сабля. Бочка на абордаж. И ядро сверху. Стоп. А-а-а, с ядрами не работает пороховая бочка. Окей, как скажете. Мы хотим вторую пороховую бочку включить. И хотим пока что не атаковать. Вот. Потому что мы проатакуем на следующий ход, разрядим все эти бочки и превратим его в кусочек мяса. Потому что если мы сейчас проатакуем, он раздвоится, но не так сильно, как хотелось бы. Поэтому ждем. Окей, и вот теперь пошла жара. Раз. Два. Три. Четыре. Ну... Честно говоря, могло быть лучше. Но у нас все равно есть пороховые бочки и абордажи и все остальное.
Надо было саблю сначала сыграть. Я еще туплю, но пока что скажу, механика мне очень нравится. Намного больше, чем механики слизня и всех остальных наших друзей. Из тех персонажей, из Марисы, из слизня, пока что вот этот самый мой любимый. 100%. Мне очень нравится. Лох. Он, ну, кроме всего прочего, и самый сильный, наверное, из всех. Ну и арты. Арты топовые. Сила пирата дает 6 силы. Просто 6 силы за 3 энергии. А что он в апгрейде делает? Это 9 силы. Надо подумать. Поднять мораль. Выберите 2 карты, дает энергию. Ну, это тупо этот... Это тупо добор, как у безмолвной. Финальный обстрел наносит 4 урона за каждое ядро, разыгранное в данном бою. Учитываются все типы ядер. За 0 энергии. И не... И не... Не сжигается. У нас не так много ядер. Но у нас есть ядро от пассивки, ядро от сдвоенного ядра. А. Ну, поднять мораль — очевидная штука, это всегда хорошо. Тут тупо энергия и карты. Сила пирата. Я не вижу особого смысла в силе, когда у нас есть оружие. Оружие — это по большому счету та же сила, только круче. Это очень дорого. 6 силы за 3 энергии. Потому что за 3 энергии мы можем, блин, сыграть... Ну, понятно, что мы не играем лотоносцем, но за 3 энергии мы можем сыграть карту, которая силы навсегда дает. Это очень дорого для нас. И у нас есть другие дорогие карты. То есть я выбираю между обстрелом и поднять мораль. Но обстрел интересней с точки зрения фана. Чокер. Как у нас с чокером дела будут? Пока я не вижу проблем для чокера. Никаких. То есть у нас чего-то такого нету, чтобы чокер сломал. Но все равно корону мы не будем брать, естественно. Второй вариант — хвост ящерицы. Давай хвост ящерицы. Не будем изобретать велосипед. С чокером. И ядра за ноль, и мы взяли карту, которая играет чисто на ядрах. Поэтому да, здесь есть смысл не выделываться. Так, левый путь. Огненная элитка. Если мы хотим на сердце пойти. Ну, типа да. Надо было на первом этаже, конечно, огненную элитку идти, но... Поздно. Шабля. Бум. Так, цингана мне интересно. Тогда бум. Всегда играй сначала добор, потом все остальное. Говорила мне мама. А я говорил: мама, я сам знаю, что мне и как играть. Отстань от меня. Ну и чем это закончилось? Тем, что я теперь стример, а не ненормальный взрослый человек. А зачем я играл оборону вообще, когда у нас, блин, у нас Орихалк? Лох, это судьба. Ла-ла-ла-ла. Лох, это судьба. Забывает про Орихалк всегда. 12 урона, ну уже норм. Вообще, вообще отлично. Йоу. Мы это делаем. О, господи. Что за жесть. Запас ядер добавляет в руку 3 ядра. О, это оно. И он улучшенный. Отсроченная боль дает 14 защиты и получает 4 урона в конце следующего хода. Ну, кстати, тоже неплохо. Мудрая оборона. 7 защиты, вы берете одну карту. Вот это бомба. Но мы должны брать ядра. Ага, вот эти ребята. И помним, не играем просто одну оборону. Нам это не интересно. Вообще не интересно. Сейчас что-то будет, смотри. Хилка. Бочка. Ты труп.
Окей, получилось не так хорошо, как я планировал. Жить можно. Мы сейчас похаваем золото. Мудрая оборона, как я говорил, она хороша. Тост пока не будем. Мародер дает энергию, когда оружие окончается прочность. Йоу. Талант. Мы используем много оружия. Мы используем бочки. А конкретно они, как раз у них прочность кончается моментально, как только мы ее используем. Хо-хо-хо, ядра. Чистый изумруд. 16 урона. Фак. Ну окей. Ну как скажете. Не, ну нанести 50 с фигом урона в первый ход, это вполне нормально. Мы можем не играть здесь абордаж. Мы можем сыграть бочку, потом сюда ядро, еще ядро и удар. И в итоге это получилось больше урона по избранному конкретно. Двадцать, 32 урона. На следующий ход мы его не добьем. Или добьем? Мы добили бы, если бы сыграли охотник за головами. Но я пожадничал. А зря. Ой, зря пожадничал. Тормоз. Я вообще полный. Нам, кстати, эти карты не стоит играть. Да, потому что иначе бы мы ничего бы не вытащили потом. Еще один запас ядер. Шрапнель наносит 7 урона всем врагам. Это, я так понимаю, скриншот видоса на ютубе, которых показывают, как в замедленной съемке пуля что-нибудь разбивает. Фехтование дает плюс 3, плюс 2 к правому оружию. Йоу, прикинь, вот это с бочкой включить. Я хочу попробовать. Включаем бочку, включаем фехтование. Сливай воду, пацан. Бочка, фехтование. Хо-хо-хо. Стоп. Я лох. Наносит 15 урона всем врагам, когда у нее кончается прочность. Она не будет работать. Я придурок. И ничего не понимаю в жизни. Да, это была тупая затея. Короче, фехтование с бочками не рулит, мы это проверили. Но оно может рулить, чисто теоретически. Мудрая оборона, 9 защиты, 2 карты. Окей, нам это надо брать. Хотя, золотое ядро наносит урон, равный 2% золота, полученного в данной вылазке. Наносит 11 урона сейчас. Все эти у нас были уже. Блин, мудрая оборона. Добор, нам нужен добор. Я думаю, что нам нужен добор. Больше, чем ядро. Нормально. Попробуем пойти на сердце. Это будет весело. Очень. Так, 6 урона за ядро. Плюс 4, плюс 3 к оружию. Цинга становится бесплатной. Мародер трэш, который не надо было вообще брать. Нафига он шашки выбрасывает? Да зачем мне шашки нужны? Что я с ними буду делать? Надо было, нам. Окей, мы вдруг в следующем сундуке возьмем кусочек. Вау, они все с гребаной металлизацией. Вы что, шутите, что ли? Правда, мне пофиг на это.
На, вообще пофиг. А что с шашки? Куда их, блин, использовать? Убегать, что ли, от врагов? Я не хочу. Мне и так норм. Очень важно бочку оставить на следующий ход. Поэтому мы не играем ядро. И фехтование не надо играть. Окей, норм. Он труп? И как только мы вытащим, да, финальный обстрел, ему писец. И мы еще могли опасную атаку сыграть, я тупанул. Сабля? Это будет 20 урона. Бум. И goodbye, my love. Прекрасно. Очень мне нравится персонаж. Бомбовый. Ну, нам еще везет, видимо. Я не очень сильно туплю. Меч, кинжал, золотое ядро. Кинжал. Снаряжает вас оружием 2-3. В начале вашего хода данное оружие теряет 1 прочность и наносит урон, равный своему урону, случайному врагу. Ха! То есть он сам бьет. Меч. Меч плюс. Выберите один из трех мечей. Снаряжает вас оружием. 3-4 с доп. Эффектом. Огненный меч наносит 3 урона всем врагам. Когда вы используете оружие, мудрость берет одну карту. Когда вы используете данное оружие, хаос добавляет в руку случайную карту, когда вы используете данное оружие. Круто. Но мы берем золотое ядро, потому что оно уже жесткое, дальше станет еще жестче. Наконечник копья. Оружие наносит на 3 больше урона, если его прочность равна 1. Прекрасно. Есть вещество X. У нас будет действовать? Есть у нас что-то X? У нас ничего X нету. А здесь что-то есть X? Вы теряете 2 ловкости, дают 4 силы. Деревянная нога. Веселый Роджер накладывает 3 слабости на всех врагов. Давай мне этот наконечник. Звучит прикольно. Глоток рома дает 5 сопротивляемости. Страшные вещи творятся в датском королевстве. И давай мне подушку. И хватит. У нас все и так работает, что его трогать. О, пожалуйста. Дай мне некро Намико Коделкс Нилри. Трэш. Я надеялся на некро Намикон. Так хотел, чтобы он был у нас. Но его нету. Так, бочка взорвется. Вопрос в том, хочу ли я убивать грибного паразита сейчас? Или на следующий ход? Ну, а типа на следующий ход будет намного лучше, да? Добавляет в руку X-ядер. Ну вот. Есть такая штука все-таки. Спасибо. Ну, кодекс Нилри мы можем всегда игнорить, и все. Как бы все проблемы. Максимально улучшить. Во какой кует чувак. Дает +3/+3 всем снаряженным оружием. Я понял, что это моя была ошибка. Идти через оружие. Ну, конкретно надо. Мне бочки хорошо подходят здесь. Бочки шикарно подходят. Но все остальное, ну зачем? Другие оружия нам лишние. Надо все-таки как-то фокусировать колоду. Ну, насколько я понимаю. Хилку бы. Но хилки. Точка нет. Запас ядер. Каюта капитана. Дает 12 защиты. Добавляет в руку 2 ядра. О, да. Стоп. О, это Джек Воробей.
Дает 2 энергии, вы теряете 2 энергии в начале следующего хода. Страшно. Слепые атаки, о господи, это ж... Что с этим человеком? Помогите ему. 4 урона случайному врагу 3 раза. Не подходит. Дает 2 энергии, вы теряете 2 энергии в начале следующего хода. Как-то... Что-то я очкую, Славик. Так, бочка. Бум. Раз. Знаешь что? Дайте мне добора. Угу. Ну, только мы, наверное, хотим вот так вот золото получить. И... Что-то типа того. Убийство. 250 урона обычному врагу. Нельзя разыграть на элитных врагах и боссах. Ну, даже не знаю. Нахер оно нам надо? У нас 4 энергии-то нету. Ну, звучит прикольно. Интересная идея для карты. Ничего не могу сказать. Попугай. Тоже из Google фоток. В конце вашего хода вы разыгрываете последнюю карту, разыгранную в данном ходу. Данный талант срабатывает только один раз за ход. Штаны. Дает 5 панциря. Разыгрывайте последнюю карту, разыгранную в данном ходу. Это как облик эха, только наоборот. Два раза разыгрывает последнюю карту. Ну, слушай, должен быть не хуже облика эхо, правильно? Так-то, в принципе, без разницы. Какая разница, первую или последнюю карту разыгрывать? Единственное, что надо не забывать, что... Надо не забывать, что... последняя карта у нас теперь хорошая. А то я привык, что у нас последняя карта играет самую плохую. Двойное дно. Дает 10 защиты и дает еще 10 защиты в начале следующего хода. 7 защиты и ядро. Но если мы фокусируемся на ядрах, то почему бы и нет. Хотя колода уже большая получается. Не стоит больше торопиться с добавлением миллиона ядер. Не буду-ка я зажимать силу. Облик нежити. И змею туда впихнули. Дает 2 неосязаемости. Получает 30 урона в начале хода, если на вас нет неосязаемости. Чё? Нет, это нельзя использовать. Это смерть. Идите нафиг. Золотой дождь наносит урон всем врагам, равный там 2,5 золота. О! Или пороховая бочка. Нет, золотой дождь. Чисто из-за того, что мы в массовом бою. Так, раз. Плюс 2. Ты труп. И ты нифига не труп, но все равно. Спасательная шлюпка. Ну она, ничего не могу сказать. Это она. Зелье используется дополнительный раз. Хера. Ну мы, не то чтобы мы другие зелья здесь будем использовать, но все равно. Использовать золотой дождь против врагов. Ну видимо да, почему нет. Не вижу проблемы. Почему бы и не использовать золотой дождь против врагов? А? Пьяный моряк. Он золотой дождь. 20 урона всем врагам. О, огонь.
На. Алебарда. Оружие 6-5. Сбрасываешь дебафы все. А, я совсем забыл, да, в натуре. У нас же все дебафы сбрасываются, если мы... Если мы используем... Если мы используем хилку. Оружейное мастерство. Вы берете одну карту, когда вас снаряжают оружием. Прикольно. Короче, можно делать билд на ядрах, можно делать билд на оружие. И то, и другое, в принципе, имеет место быть. Ну, например, такое оружие, которое 9 силы добавляет, это жесть. Ну, единственное, что я вижу, какие проблемы, это много очень дорогих карт. Вот. Убрать цингу снимет с нас дебафы. Я бы еще хотел поубивать врагов. Не знаю, судьба, не судьба. По 19 урона, блин. Ну, что ты будешь делать? Мы одного из приспешников можем убить. Приспешников вообще пора переставать херачить. Пора мочить начальника. Нам хватит. Абсолютно хватит уже золота. Вторичный эффект опасной атаки тоже считается как дебаф. О, я не подумал об этом, да. Вот 4 энергии было бы, мы сейчас бы прошлись тут. 30-32 урона. Семь. Защиты добавляет ядро. Ну вот так нам выгоднее сделать все равно. 7+7. Но они нас не убивают, нам нужно убивать главного. Нам. +1/+1 всем оружием. Копье. Снова алебарда. О, пороховая бочка, спасибо. Сабля, благодарю вас. Сдвоенное ядро, это прекрасно. А каждый раз, когда ломается оружие, мы же восполняем. Мы восполняем энергию. Точно, я забыл. Поэтому ядро. Ядро, восполнили энергию. Теперь алебарда, фехтование. У нас оружие 9-7. Ну, не то, чтобы это имеет какой-то смысл, потому что мы убьем его на следующий ход, но... Ну, типа нормально. Я не совсем понимаю, что я делаю, но нормально. Гигантское ядро наносит 36 урона. Сжигается, да? Давай. И нам надо брать Содзу. Или глаз Змека. Тоже вариант. У нас не столько дорогих карт. Хотя есть. Но есть и бесплатные. Я имею в виду, гори все синим пламенем. К тому же у нас есть кодекс Нилри, и теперь из него мы можем дорогие карты добавлять, ну, в неограниченных количествах. И у нас все будет в полном порядке. Окей. Так, карты стоят рандомное количество энергии. Следим за этим вопросом. +21 урона. Так, плюс так. И нам всегда есть смысл тот же добор играть. Ну, теперь у нас тут повеселее намного станет. Оружейный опыт. Ваши атаки используют дополнительное оружие. И к тому же у нас остались зелья. Потому что, ну, если мы идем на сердце, мы хотим зелья в любом случае. Раз, два, три. Мы хотим любые дорогие карты. Чем дороже, тем лучше.
Жаль, что нет Slay the Spire на Android. Ну, может, когда-нибудь появится. Йоу, гигантское ядро бесплатно. Мне нравится. Золотое ядро на 20 ударит. Так, смотри, как мы можем его добить сейчас? 20 плюс 23. Йоу, прекрасно. И мы еще и золото получим сверху. Копье бесплатное, неинтересно. Короче, я больше не обращаю внимания на карты, которые стоят меньше, чем 2. 2, да. Все остальное нет. Даже финальный обстрел я не возьму еще один. Нет, финальный обстрел надо взять еще один. Нет, не нужно. Волшебный котел дает случайное зелье в начале боя. Excuse me? Пороховая банка снаряжает вас оружием 0-1 в начале боя, наносит 8 урона всем врагам, когда у него кончается прочность. Ну это, короче, нам дает такую херовенькую бочку в начале каждого боя. Если бы это было не так, не самое начало игры. Ой, то есть не наоборот, не финальный акт. Если бы это было начало игры, я бы взял. А вот случайное зелье в начале боя — это очень хорошо. Ром дает 2 сопротивляемости. Я когда-нибудь мы попробуем сопротивляемость. Но не сегодня. Я начинаю запасаться на... так, какой нам еще нужен? Нам нужен из сундука ключ, не забываем. Я начинаю запасаться на сердце, ибо на нем как раз такие штуки нужны. Залетает гильотина. Наносит урон равный 4% золота, полученного в данной вылазке. Все у него прям золотое. 35 урона, но золотой дождь нам интереснее. Так, камон. У вас что-то всех сильно много здоровья. Я бочку даже не смог сыграть. Непорядок. Опьянение. Картинки я не могу. Дает 4 сопротивляемости. Снимает 1 сопротивляемость в начале вашего хода. Что-то все как-то скучно. Дайте мне что-нибудь такое, чтоб... Ух! И полетел. Стоп. Нам не хватит урона здесь. Убийство. Кстати, вот, блин, знал бы, что глаз мека, я бы это убийство добавил. Естественно. 20 урона. Это бесплатно. Так, дальше удар. И охотник за головами. Я не могу сыграть. Фак. Тупанули. Где моя хилка, кстати? Вон она, цинга, в следующий ход. Будем мы ждать цингу на следующий ход, чтобы полечиться немножко. А есть у нас возможность не получить здесь дамага? Да? Есть. Благодарю вас. И... Золотой дождь. Немного золотого дождя. Кинжал, танец мечей. Опять же, я не смотрю ничего, что стоит меньше 2. Просто даже не стоит рассматривать. Так, здесь у нас элитка. И потом мы можем спокойно дойти до босса. Безумие. Да. Ну почему и нет? У нас уже такой трэш тут происходит, что не брать такие карты, как безумие, тоже как-то глупо. Мы хотим играть ядра. Да?
больше, чем какую-нибудь мудрую оборону. Безумие с замешательством. Ну и чего? Вот сейчас мы финальный абордаж сделаем бесплатным. Посмотрим, кто будет смеяться. Ну или оборону сделаем бесплатной, тоже нормально. Ужас морей. Получаем 4 урона в конце хода. Не очень приятно. Не очень. Мы можем его завалить? Да? Нет. Если повезет. Короче. Двадцать один здоровья у него. Что нам должно повезти? Чтобы безумие, например, попало на абордаж. Все равно это его не убьет. Ну ладно. Что дает сопротивляемость? Что-то она как-то там уменьшает урон, который враги нам наносят. О, мой бог, он бессмертный. Прощай. 18 здоровья. Не 18, 12, потому что Архалк. Карманные часы. Убрать цингу. Еще одна цинга пригодится. Опять же, если мы идем на сердце, там убирать дебафы — это очень круто. Я даже не знаю, что тут ковать. Наверное, какое-нибудь гигантское ядро. Самые дорогие карты для нас, самые эффективные. Сопротивляемость — это как минус сила у всех врагов разом. А-а-а, понятно. Все с вами ясно. Какой-то трэш попадается. И даже то, что мы только что добавили, я не уверен. Ваджра. Фак. Но мы должны взять ключ все равно, если мы хотим попробовать хотя бы на сердце попасть. Алчущая длань. Поздно для алчущей длани. Тоже, блин, мы бы золото сколько успели набрать раньше, но... Поздно. С другой стороны, нет, карта, которая просто наносит 20 урона и даже эти 20 золота сдает, 20 золота дает, она нам не нужна уже. Но это смешно. Цинга, мародер, охотник за головами. Мы можем скидывать, в принципе, все из этого. Но, наверное, мы больше... Охотник за головами тот же. Зачем? Он сделал свою работу, он заработал нам золото. Мы его уже не будем использовать. У нас есть карты, которые сильнее. Я думаю, что там происходит? Там доставка приехала, кошачий корм привезла. А я, блин, такой, кто там пришел? Что за голоса раздаются? Наконец-то ассасины пришли. Так, что мы тут хотели делать? Улучшить все карты, вы не сможете восполнять здоровье. Ну, зашибись тогда.
Не. Все здоровье проклятие. Нет, давай мне босса. Сливай воду, чувак. У меня полная колода карт за ноль. Повязка на глаз, смайлик. Няшка. Я не хочу на нем вообще дамаг получать. Зачем? Для чего нам нужно? Штаны. Так. Так, бесплатно. Хорошо. И сыграем мародера, и сыграем атаку какую-нибудь. Например, вот эту. Пополним энергию. Не знаю, на кой черт нам это надо, но видимо, надо. Короче. Еще одно гигантское ядро. Надо было играть гигантское ядро. Что-то я тупанул. Мы бы его сейчас сбили. А теперь не собьем, да? Или собьем? Собьем. Максимально улучшить. 51 дамага. А, знаешь что? Если мы сыграем саблю, мы его сваншотим гигантским ядром. Тори. Идеальная штука против сердца, правильно? Хаотичная оборона. Веселый Роджер. Закрытое сокровище. Там просто была карта, которая дает золото. Скрещенные мечи. Ваши атаки используют дополнительное оружие. Благодарю. Этого не требуется. Мы, если здесь что-то мы хотим, это только зелья. А здесь зелий нету. Поэтому погнали. У нас пантограф, правильно? Да. Штаны для защиты ваших ядер всех видов. Ага, точно. Так, о, у нас есть халявное максимально улучшить. Но у нас нет оружия. Что проблема? Да и черт бы с ним. Да? Эх. Ну, мы сделали так, что не получили дамага. Тоже нормально. Атаки врага наносят на один меньше за одно сопротивление. Ну, такая, да, как антисила. Так, массовая что-то есть? Опять ничего нету, да, ЕПРСТ. Ну, как скажете, тогда как-нибудь так. Я думаю, что мы должны порвать. Пробужденный для нас не опасный. Мы таланты. У нас талантов, по-моему, вообще нету. Просто ноль. Поэтому я не вижу, какие он нам может проблемы вызвать. Ну, единственное, что со змейка всегда может не повезти. Просто жутко не повезти, но так все должно быть нормально.
Бум. Это только что включили талант. Что-то я тупанул. Двадцать один дамага. Финальный обстрел бьет на 52. Еще один финальный обстрел. Ну, я могу добавлять финальные обстрелы, несмотря на то, что они как бы карты за ноль. Они все равно дамажат охренительно для нас сейчас. То есть, что у нас может быть лучше? Мы можем снять с себя еще замешательство, сыграв цингу, кстати. Но счет я не хочу. 7-4, но он нас не убьет. Ядра чистый изумруд. Что тут происходит? Да тут жесть происходит. 5-5 всем оружием. Нету. Оружия, как обычно, нету. Ничего нету. 108 урона. Ну, до свидания. И босса тоже нету. По-моему... А что-то золотое ядро слабее бить начало. А он вроде сильнее било раньше. Не знаю. Значит, я путаюсь с чем-то. Не прав, виноват. А, надо было уязвимость сделать. Тупанул. Жестко тупанул. Нахер я уязвимость добавил? Его нельзя сыграть на босса. Мы не можем его сыграть на босса. Мы не можем его сыграть. Так, так. Так. Так, так. И чего? Что-то стрёмно. Как бы вас, как бы нас не сваншотили сейчас на следующий ход. 23 здоровья. У нас есть зелья, которыми мы можем защититься, но... А, он мертв. Он просто мертв. Что, сердце? Завалим, чат, завалим сердце. Все смотрят, как варлок тупит. Я первый раз играю в этот мод, эти персонажи. Скиньте мне пару этих, тут все-таки планок, на которые мне надо подпрыгивать. Оказалось, что все... Знаешь что, проапгрейди мне цингу. Оказалось, что все, что у нас на оружие, оно вообще не действует. У нас билд на ядра. 15 золота в конце боя. Очень вовремя. Есть что-то дорогое? Ничего нету. Жерзмека. Ну, как бы. Толку. Давай мне вместо зелья крови лучше зелье таланта. Как-то так. Можно было беспредел купить. Вот, кстати, нам нужно было беспредел купить. И мы можем убрать обычный тупой удар. Я можно было и оборону, наверное, убрать. Дает один неосязаемость, и вы теряете 3 сопротивляемости. Почему нет? В конце концов. Почему нет? Йоу, хорошо. Я решил, мы это зелье используем здесь. Сейчас мы проверим. Да, оно в натуре, оно тупо уменьшает силу врагам. Ну как тупо? Оно просто уменьшает силу врагам. Не тупо, нормально уменьшает. Ланчи Долл, спасибо тебе огромное за донат с сердечком. Что это за мод?
Ну, обычный мод, ты не видишь, пират он. Латоносца пиратская шапка нарисовалась. Теперь он настоящий пират. Просто гроза морей. Мы хотим в этот ход дамажить. И хотим дамажить. Нам, в принципе, без разницы, кого первого дамажить. О, кстати, если мы сделаем цингу, мы уберем с себя дебафы. Фак, мы убрали глаз змека. Это плохо. Нам нужен глаз змека. Не надо было убирать глаз змека. 100% не надо было убирать глаз змека. Здесь наше все, это будут бочки про ХВ, кстати. О, повернуться надо. Что-то я. Повернись ядром, пожалуйста. Три слабости на всех врагов. Ну ладно. Сабля. Каюта. Капитана. Писец, мы плохо себя чувствуем. Вообще, надо было на абордаж тут тоже играть. Чё-то вообще не идет бой. Три слабости на всех врагов. Ну хоть что. О, я только хотел сказать, ну хоть что-то. О чем ты? У них. У них, блин. Неуязвимость к этой фигне. Ну, пора пить зелье. Потому что нам придет писец скоро. Йоу, ланч дал. Спасибо тебе огромное за донат в 16 сердечком. Посмотрел, как ты золотоносца взял 20-е возвышение. Было классно. Да, было классно, было неплохо, я согласен. Только, походу, здесь мы уже ничего никуда не возьмем. Только возьмем кое-что, о чем я не буду говорить. Фак. Это опа. Это полная опа. Мы даже этих чуваков не пройдем. Мы мертвы, да? А, хвост ящерицы, спасибо тебе. Спасибо, хвост, что ты меня спас, но не знаю, будет ли этого достаточно. Две бочки. И... Так. Так. Фак. Знаешь, что нам здесь сильно мешает? То, что у нас нет четко составленной колоды, например, на ядра. У нас есть пантограф, поэтому мы все еще живы. Блять. Тормоз. Шазенсор, спасибо тебе. Спасите огромное за донат. Что происходит, я только вернулся. Да, тут все нормально, не волнуйся, не обращай внимания. Все в полном порядке.
Даже не думай об этом. Это всего лишь немного пиратов. Знаешь, в чем у нас проблема? Я сейчас только понял, что единственное, что у нас со временем усиливается, это наши ядра. Даже не то, что ядра сами усиливаются, а усиливается ровно одна карта в колоде, которая играет от ядер. А... Там есть смысл неосязаемость здесь включать? Потому что у нас все равно Тории. То есть нам это лучше сэкономить на его сильные атаки. Но если мы сыграем призрака, то но отрицательная сопротивляемость тоже очень плохо против него. Я не думаю, что мы играем. Ланчидол, спасибо тебе огромное за донат с сердечком. Знаешь, ну, я не уверен, что я должен знать, но, скорее всего, нет. То есть, если ты так спрашиваешь, скорее всего, я этого не знаю. 99%. Блоков нет. Есть попугай. И есть 60 урона, которые летят им в лицо. И две энергии. Энергии не хватает, чтобы сыграть цингу. Если мы сыграли цингу, мы бы сняли с себя дебафы. Может быть, что-то было бы. А так мы мертвы. Мы не мертвы. Ланчидол, спасибо тебе огромное за донат с сердечком. Я тут подумал. Ну, окей. Вот у тебя кое-что другое в жизни происходит, чем у меня. Потому что я, видимо, не думал, когда эту колоду составлял. Мы не умрем, потому что сработает рехалк. Но если мы сыграем любую другую карту, тогда мы умрем. Если мы сыграем попугая, мы не умрем. И нам нужно сыграть этого попугая, потому что я не вижу, как мы еще будем выигрывать. Я не вижу вообще, как мы это сердце убиваем. Абсолютно не вижу. Только методом большой шары. Я даже не знаю, где мне эту шару взять. На благо гильотину в финальный этот играть. Там была неосязаемость, я ее не взял. Блоки. Блоки, пожалуйста, игра. Спасибо. Раз блок. Два блок. Я не знаю, что я сейчас пытаюсь сделать. Пытаюсь заблокировать 31. Ланчидол, спасибо тебе огромное за донат. Я понял, что, и что хочу забрать доску донатера в себе. Пожалуйста. Так. Мне кажется, что мы сейчас умрем. Что-то мне подсказывает. Но если мы заблочим до 25, 26, то мы получим только один урона. Мы можем заблочить до такого уровня. И меня никто не остановит. Йоу, Ланчидол, спасибо тебе огромное за донат сердечком. Целых 48.
А я говорил, что мы выживем с одним хп. Ха, так, что дальше? Бесплатная оборона, это раз. Бум, он наносит 12. Нам надо 12 блока. Сколько цинг... Стоп. Цинга сколько нам хильнет? Спасибо за донат с сердечком. Ланчедол, который, наверное, не ланчедол. У нас есть еще один призрак в роме. Вот сейчас мы умираем, правильно? 12 урона, но мы точно умираем, 100%. Если мы играем цингу, ну, мы лечим 9, наверное. У нас будет 9, у нас будет 12 блока. По идее, если мы сыграем цингу, мы выживем. А других вариантов нет. Призрак в роме, ну, все остальное. Плащ ядро даст нам 7 блока. Ну, нам не хватает, будет 10. По идее, вот это должно нам помочь. Хер там. 9, 10, 11. А, мы еще урон получили, потому что ее сыграли. Ну, не то, чтобы было много других вариантов, поэтому... Оу, подожди, а где... А что мы хильнулись? А чем мы хильнулись? Я не понял, чем мы хильнулись, но я не против. Чё вы там делаете, чат? Ты уверен? Йоу, 200 рублей. Спасибо тебе огромное за донат в 200. Спасибо большое. Чувак, это очень большая проблема. Когда у тебя война в чате. Не забывай про Орехалк. Да, но Орехалк не работает, если у нас есть, блин, уже броня. Фак. Я не вижу, что я парюсь, потому что, скорее всего, у нас все равно выбор нет. Так, и попугай. Последняя карта играется два раза. Последняя карта играется два раза. Какую карту мы хотим сыграть два раза? Ну, не устрашающий идол. 54 урона, 42 урона. Наверное, вот эту. А, и в итоге я все перепутал и сыграл не ту карту два раза. А-а-а-а. 44 урона. Ну... Можем мы как-то выбраться из этого? Йоу, 200 рублей. Спасибо тебе огромное за донат 25. Да, это война. Чат, надо дружить, не надо воевать. Мир и гармония. Но единственный наш шанс, если последней картой мы сыграем много блока. То есть... Это должна быть каюта капитана, правильно? В этот раз цинга уже не затащит. Перед этим бандана дает 2 ловкости. Не получится нам каюту капитана последней сыграть. Ну, точнее, это нас не спасет. Поэтому... Ну, короче, вот здесь уже выбора нету. Как мы тут... Что мы не делаем? Ну, мы могли бы... Скорее-то капитан нам бы дала 28 блока. Этого бы не хватило. То есть тут что не играй, не цинга. Я понял, что надо было сначала ловкость сыграть, потом каюту капитана. Не затащила бы. Все равно. Здесь уже мы ничего сделать не можем. Ну, тогда самоубийство. А, мы даже самоубийство сделать не можем. Нет. Да нет, забег классный. Персонаж хороший, очень, очень интересный.
Мне нравится. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк, это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще, конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз.